Полуостров Крым уже в третий раз принимает у себя форум творческой молодежи «Таврида». Площадка традиционно открыла двери тысячам молодым и талантливым россиянам. Участниками первой смены стали композиторы, музыканты и хореографы. В течение недели ребята посещали мастер-классы от именитых мастеров своего дела и делились опытом друг с другом. Неизменно на форуме работал и конвейер проектов. В этом году грантовый фонд «Таврида» составляет 28 миллионов рублей. Одной из победительниц конкурса стала магистрат КФУ и наша телеведущая Гульфия Мутугулина. На конвейере она представляла проект «Я добротворец» – уникальный электронный банк доноров творчества, молодежи с активной жизненной позицией, которая готова помогать своими талантами. Ребята проводят благотворительные концерты, выставки и аукционы. На развитие проекта Федеральное агентство по делам молодежи выделило 200 тысяч рублей. Мы поздравляем Гульфию и ее команду и надеемся, что эта светлая идея получит свое продолжение. Диана Авакян, Универньюз.